Счастливые правые двери? Нет, правая дверь! Взорвался. А чё я взорвался? Короче, пацаны, я себе беру челлендж без карты пройди гонку называется. Фига, ты серьёзно? Да-да-да, я не могу. Ракеты, пацаны, вы чё творите? Сейчас обоих скину. О, минус Топфикс и минус Сантер. Нет, нет, я живу. Всем здорово, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Сантер и Топфикс, и мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Битва дверей». Всем привет, ребята! Всем привет, дорогие друзья! Короче, сегодня у нас есть по 3 двери на каждом уровне, всего уровней 5, и мы должны выбрать правильную дверь, которая будет заминирована одним из нас, и проехать через нее. Ну что, ребят, а кто проезжает первые двери, тот получает 400 тысяч долларов и право на покупку машины в SSS. Это самый дешевый магазин в GTA. Кто проезжает вторые двери, сумма увеличится от предыдущих в 2 раза, а то есть у нас будет 800 тысяч и право на покупку в Legendary Motorsport. Следующие двери опять увеличивают сумму в 2 раза и право на покупку дают уже у Бенниса. А если мы проезжаем четвертые двери, то сумма опять увеличится в 2 раза, это уже 1600 долларов будет. И право на покупку в Варстоке. И пятый, конечно, супер приз, можно сказать. Если мы проезжаем эти двери, то нам дается право на покупку в арене Вар. И сумма опять увеличится в 2 раза от предыдущих. Ну что, ребята, мы тогда начинаем. А теперь, ребят, предлагаю с помощью каменных бумага узнать, кто первый, кто второй, кто третий будет проезжать через эти двери. Тогда пишем в чате, что вы хотите. Какой там, каменных бумага, так пишем. Давайте. Так, ножницы. Я написал ножницы, давайте раз... Всё, два, три, погнали. Оп, бумага, бумага, ножницы. Топфикс нас порезал, Топфикс будет самым так, первым. Давай, да, давай с тобой теперь решим, кто первым, кто вторым. Ой, точнее, кто вторым, кто третьим. Давай. Раз, два, три. Ножницы, бумага, я тебя порезал, я буду вторым, я вторым. Так, ну что, а первый, короче, минирует двери второму, второй минирует двери третьему, а третий минирует двери первому. Так о, что... я первый двери минирую. Да-да-да, ты минируешь двери Топфликсу. Ну что, а мы пропускаем и сейчас вернемся и посмотрим, как Топфликс проедет свои двери. Ну что, Топфликс, ты готов? Ты сегодня едешь первым. Сантер заминировал для тебя двери и давай, выбирай дверь, какую ты хочешь въехать. 400 тысяч долларов, САС. Давай, братан. 400, ну... Давай, 400 тысяч. Давай, давай, вправо, окей, вла не вла. Ну-ка, воу, проехал, смотри. Тихо, не толкай, не толкай. Ты что, Саня застрял? Все. Давай вторые выбирай. Ну давай, право ты долево. 400 тысяч у тебя есть. Ага. О, 800 тысяч. Нормально. Давай, 1 600 000 будет? 1 600 000. Ну ты даешь, давай еще одни. Давай, 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 давай. Направо. Воу-воу-воу, 1 600 000 ты забираешь сегодня. Ты проехал трое дверей. Третья дверь, если ты проезжаешь, то ты получаешь право на 1 600 000 долларов и покупку тачки у Бенниса. Ну что, тогда я, пацаны, мы готовим сейчас, мне двери, пацаны, будут минировать, точнее, минировать двери Топфликс, а я буду проезжать их уже. Ну что, ребят, наступила моя очередь, пацаны, Топфликс мне уже заминировал двери, блин, ну мне страшно, если честно. Ну ты там так, не проедешь. Левая, братан, середине, либо справа. По центру? По центру. Думаете? Давай, ну ладно, раз, два, три, да. А я поеду справа, короче. Та-да-дам, проехал. А где? По центру мина была, ну вы даете, меня подставить хотели. Не, ладно, не, была не была, поеду еще раз справа. Бам! Где она была? По центру? Серьезно, вы мне все по центру поставили? А тут можно по центру. Так, подожди, это сколько у меня? Братан, есть по центру. Подожди, а сколько по деньгам у меня уже? 400 получается теперь. Здесь у меня 1600. А, 800? Сейчас, если я эти проеду, у меня будут 1600, да? 1 600 000. 1 600 000. Так, так, ну давай, раз правые двери у меня удачные, то поеду, наверное, справа. Давай по центру. Нет! Да! Я проехал, реально, а где мина была? Слева была, слушай, но раз мне так везет, то значит я выиграю. Так, там четвертый, а за ним еще пятый есть, да? То есть двое дверей надо проехать. Так, получается, если я проеду, то у меня будет 3 200 000. Ну, слушайте, счастливые правые двери. Нет, правая дверь. Ты взорвался. А что я взорвался? Ты взорваться должен был. У меня бронированная тачка, пацаны. Ну ладно, все, по-честному, я заехал на мину, значит, я проигрываю, чуваки. И я получаю магазин Бенни и 1 600 000. Окей, все. Следующий у нас идет это Сантер, которому я сейчас буду минировать двери. Ну что, ребята, я минирую сейчас Сантеру двери. Так, Сань, я тебя, наверное, заминирую посерединке первую дверь. Так, посередине, вот, кинул, все. Да, справа. Так, ребята, если что, я надеюсь, он не узнает, где двери. Я его сейчас вот тут заминирую. Так, две двери я тебе заминирую. Где доминировать третий? Так, третий я тебе заминирую, наверное, вот тут. Так, 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 все, третий заминирую. Четвертый заминирую. Вот тут, а? И последняя дверь. Арена Воровский, блин, где же мне тебе их заминировать? А заминирую я их тебе прямо вот тут. Ну что, Саня, сейчас я подъеду и можно начинать. Ну что, скажи мне, ты готов?
На своей ламбе. Давай, проезжай двери. Еду сюда. Серьезно? Воу, проехал. Проехал, ничего себе ты быстрый. Еду сюда. Взорвался. Серьезно, стоп. Раз, два, три, четыре. На четвертых дверях ты взорвался. И ты опять... Пацаны, у нас у всех сегодня тачки у Бенниса. Вот это совпадение, слушай. Ну, мы даем. Ну, все тогда, мы переходим к покупкам автомобилей. Так, ребят, я уже в магазине у Бенниса, и что можно купить? Пацаны, вы что будете покупать? Я купил тачку за 600 косарей. За 600? А, это вот это дэвбаусихотип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 ip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 
Маленькие на попытку. Так, получается, я тогда могу купить за 1 200 000 тачку, и у меня будет 400 тысяч на тюнинг. Да, я куплю Italy GTB. Воу-воу-воу, как она тюнингуется тут. Все, синенькую заказываю себе в офис на второй уровень. Все, ребят, я заказал. А в Топфикс, ты что будешь покупать? Я пока не определился, сейчас еще думаю. Слушай, можешь купить, в принципе, себе Bugatti, но на тюнинг у тебя денег вообще не останется. Ладно, пацаны, я перехожу туда в гараж, и сейчас буду прокачивать свою тачку. Ну что, ребят, приехала моя Italy GTB, вы посмотрите, какая красотка синего цвета. Давайте, у меня на ее тюнинг есть ровно 400 тысяч долларов, блин. Ну, больше всего на тюнинг, конечно, денег у Сандры будет, потому что у него там буквально почти 1 000 000 целый на тюнинг может потратить. Так, давайте ее прокачаем. Надеюсь, мне этих денег хватит. Так. Benny's Original Motorworks, это работа от Benny, конечно, бесплатно нам достается, так как мы купили тачку от Benny, все. И вот теперь можем ее прокачивать. Так, броню я ставить не буду, тормоз заставить не буду. Мы будем только сегодня гнать вперед. Давайте, бампера, передние бампера. Вау-вау-вау, как их много. Слушайте, какие красивые бампера. Так, во, мне нравится вот этот вот. Давайте, уличный бампер МК2 за 16 тысяч. Все, 16 тысяч в копилку. Задние бампера. Ну, задние бампера вообще ничего не меняют, так что я их ставить не буду. Так, 16 тысяч есть. Двигатель. Настройки двигателя 33 тысячи. 50 тысяч у нас потрачено, можно сказать. Глушитель. Ничего себе, посмотрите, где глушитель ставится вообще возле фар. Давайте за 3 тысячи купим. И у нас уже 43 тысячи примерно потрачено. Точнее, 53 тысячи. Так. Давайте посмотрим, какие крылья можно поставить. Вот такие расширительные. За 55 тысяч уже входит сюда. Все, ну, точнее, за 3 тысячи, плюс к тем 52, это уже 55. Ну, там где-то плюс-минус 55 тысяч. Капот. Аксессуары для капота, что? Вон, ну, какие аксессуары? Это не аксессуары, а вот капотики, смотрите, как они изменяются. Офигеть. Давайте за 15 тысяч еще прибавим, и у нас уже 70 тысяч уходит на тюнинг. В принципе, я уже могу бюджет не считать, потому что я понял, что 400 тысяч мне с головой хватит, пацаны. И еще останутся лишние деньги. 30 тысяч за подсветку, за цвет неона тоже давайте сделаем его какой-нибудь фиолетовый. Далее мы переходим к раскраске. Воу, а раскраска-то дорого стоит, смотрите, под 40 тысяч. Давайте, воу, кстати, красивый. Либо можно давайте выбрать какой-нибудь, который реально будет смотреться прям топово. Вот такой красно-желтый, 37 800. Все, покупаем, раскраска, а краска теперь. Основной цвет металлик, и посмотрим, какой цвет будет смотреться. Воу, это не металлик, металлик вот он, и теперь посмотрим и выберем нормальный цвет. Нашел я такой же желтый цвет, как и у раскраски, и почему бы его не купить. 10 500, точнее 11 500. Перламутр ставить не будем, а дополнительный цвет поставим. Меняется у нас крыша, ну давайте ее сделаем. Так, а какой сделать, красненькой или беленькой? Красный будет сочетаться, а вот черный, кстати, черная подойдет сюда очень хорошо. Спойлер самый крутой поставим. 20 тысяч долларов. Ну, у нас уже около 200-250 тысяч, я думаю, есть. Так, нет, выходить не надо. Где мы остановились? Спойлер, трансмиссию прокачиваем за 40 тысяч. Турбонадов за 50 тысяч. Уже около 300-400 тысяч. Нет, 300 тысяч. У нас есть колеса. Аккуратно, выбираем колеса в пределах 50 тысяч. Спорт, нет, спорт, стандартные диски. И мои любимые. Где мои любимые диски? Это вот эти вот. Давайте купим их за 9 тысяч. Кстати, диски очень дешевые. И покрасим их в черный цвет. Все, можно только за 5 тысяч докупить тонировочку. И вот такой спортивный вид теперь имеет моя машина. Ну что, я предлагаю встретиться с пацанами и посмотреть, как они затюнговали свои тачки от Бенниса. Все, погнали. Ну что, ребят, приехал я уже вот сюда, вот к этому университету. Жду сейчас ребят. Здорово. Так, о, Саня подъехал, а где Топфикс? Здорово, я вот он. О, вы с разных сторон с вами окружили. Ничего себе, у вас тачки какие получились. Ну, нормально. Мне нравится, вот у Санька похоже немного. Цвет такой желто-синий. У меня желто-красно-черный. Давайте в каждый раз скажем свои тачки, что как и сделали. Саня, ну, давай я первый начну. У тебя смотри, сколько, короче, бюджет был стоить? Желтый. А у тебя бюджет такой большой был? У меня бюджет был такой же, 1 600 000, но мне тачка стоит
699 тысяч, в итоге у меня... Тюнинг, сколько? Ой, очень много, короче, почти миллион. 600, почти миллион. Да, почти миллион. Да, короче, смотри, у меня тупо желтая тачка, но это раскраска вот эта, короче, синенькая. И также дополнительный цвет, братан, розовый. Дополнительный цвет только на бампере. Глаз какой-то, ничего себе. Но очень топовая тачка, она очень жесткая тюнина. Сядь в лампу. Все, я хочу, да, салончик посмотреть. Салончик. Мне кажется, они у нас одинаковые, если честно, пацаны. Так, справа кнопочки, справа, смотри, у тебя такие-то спидометры тоже, да. Датчики справа. Так, посередине, как будто компьютерная игра какая-то. Ну, мне нравится, да. Мне нравится. Пацаны, смотрите, я сделал тачку, у меня бюджет был 400 тысяч, хватило, в принципе, на все, я даже там деньги не считал. Салон, диски какие классные поставил, свои любимые, кстати. Раскраска красно-желтая, и так как у меня была красно-желтая раскраска, то я основной цвет тоже желтый сделал, и поэтому ее даже немного не видно. Тут потому что наполовину она в раскраске, наполовину в цвете. Дай сяду в салон, стой, Сантор. Так, салончик, я хочу сравнить салон. Ой, слушай, я думал, салоны у нас будут одинаковые, у меня какой-то такой себе вообще, честно. Мне мой салон уже не нравится после того, как я посидел в твоей машине. Ну ладно, пацаны, тут, в принципе, я в своем видео рассказал, что у меня, как я тюнинговал тачку. Давай, Тофикс, расскажи, что сделал ты вообще. Ну, я купил Бугатти за лям 400, на тюнинг осталось всего лишь 200 тысяч. Я поставил максимальный двигатель, изменил внешний вид, спойлер, окрасочка, раскраска, да и все, в принципе. Да, а внутренний ты так максимально, так сказать, не прокачал, да, полностью ее? Ну да. Ну да, кстати, у него салон получше, чем у тебя, так что я думаю, первое место можно отдать Тофликсу за салон, второе место тебе и третье место уже мне. Смотри, какие кресла. Кресла офигенные. Слушайте, пацаны, я знаете, что предлагаю? Давайте по мощности нашей тачки проверим и поедем сейчас в аэропорт, и там уже на взлетной полосе протестируем их в драг-рейсинге. Ребят, сейчас протестируем наши тачки по мощности и по максимальной скорости. Так что вы готовы, пацаны? Я кидаю гранату вперед, да. И по взрыву мы стартуем. Надуваем тачечки и готовимся к взлету, так сказать. Раз, два, три, ну-ка, все, газуем. Поехали. Ну, смотрите, моя тачка быстрее всех, а Бугатти, которая меньше всего прокачана по внутреннему, она второе место занимает. Сань, ну у тебя самая дешевая тачка из нас у всех, я так что она... Вас. Подожди, нет, реально догоняешь, стой. Мы уже в лесенку выстроились и первый балл получаю по ходу за испытание я. Драг Рейсинг, первое место, Леха Джел победил, все. Второе испытание будет гонка, и давайте я предлагаю сейчас прямо из аэропорта тут и стартанем. 3 секунды до старта, пацаны, приготовились все, и значит, гоу, стартуем, погнали! Воу-воу-воу, ничего себе! Так, давайте, гонка у нас сегодня длится до пирса, пацаны, и у меня одна проблемка. Короче, пацаны, я себе беру челлендж «Без карты пройди гонку» называется. Нифига, ты серьезно? Да-да-да, я немного забыл карту включить, но я маршрут знаю и вас вижу тут. Так, Саня меня обгоняет, ты чё подрезаешь меня? Кстати, прям ровно по маршруту едешь, ты нормальный? А я уже гонял эту гонку, так что я знаю, куда ехать. Так, не переживай, я пока еду первым, так. Я просто единственное не буду знать, где вы находитесь. А финиш у нас на пирсе, на пляжу находится, где еще карусели, всякие американские горки. Ну, сами знаете, кольцо обозрения. Так, как развлекательная такая фигнюшка. Слушай, ну у вас как там дела, пацаны? Почему я еду первым и вас не вижу вообще? А, Санёк едет за мной, что ли? Я еду за тобой сразу. Вов, я тебя не вижу, я сейчас так опасно обернулся. Ты чё толкаешься? Ой, пацаны, вы меня видите? Когда будет поворот налево? Вот сейчас, да, был? Нет? Нет, на киностудии, братан. На киностудии? А, все, точно, точно. Так, вот сейчас единственное, я не знаю, когда... Вот тут, наверное, да? Нет, дальше. Тут, дальше? Сразу киностудия и сразу поворот. Киностудию я не вижу, где она? Вот киностудия, поворот, нет, это не этот поворот, блин. Все, ну сейчас налево. Налево, окей. Вот, поворачиваю. О, я вижу финиш. Вот он, финиш, все. Вот он прям должен быть тут, а где-то я не вижу его. Где финиш? Я сейчас финиш. Вы видите финиш? Да. Стоп. Все, вот я имел в виду на финише вот эти ворота, которые мы едем. Все, вот, я переехал первый. Но финиш являлся, короче, финиш не туда поставил. Я первый. Ну нет, ты не первый. Первый был я, но ладно, отдаю победу тебе. Один балл зарабатывает Тофикс, но фактически я хотел поставить финиш именно вот в этих вот воротах. Кто перед ней доедет, тот и победил. Мы переходим к следующему испытанию. Ну что, ребят, переместились мы уже на авианосец, и здесь у нас пройдет сейчас дерби. Кто кого перетолкает в воду, так сказать. Раз, два, три, пацаны, погнали, все. В принципе, я эти полбана не буду себе забирать. У Тофикса один балл, у меня один балл. Все. Честно, жопа. Проиграл в гонке. Смотри. Воу-воу-воу. Тут ракеты, пацаны, вы что творите? Сейчас обоих скину. О, минус Тофикс и минус Сантор. Нет, нет, я живу. Я самый последний упал, пацаны, так что я получаю еще один балл. И сегодня я побеждаю со счетом 2-1-0. Ну что, пацаны, в принципе, мне понравилось сегодня такие испытания. Сегодняшняя вообще битва. Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент.
Ну что ж, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось видео, понравились тачки, на которых сегодня мы гонали, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал пацанов, потому что ссылка на Сандра и Топикса будет в описании. Ну что ж, ставьте лайки, как я уже сказал, с вами был Джел, Сандр, Топикс. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока, ребята, и до следующего видосика.